Время утепляться. Аляски, дубленки, пуховики и многое другое представлено на нордической выставке для северян. Что выбирают покупатели? Какие новые модели представлены и до какого числа будет действовать выставка? Смотрите в нашем следующем сюжете. Нордическая выставка продолжает свою работу в самом центре Мурманска. Привезли новый ассортимент. У северян есть возможность перед наступлением суровых холодов приобрести элитную верхнюю одежду от европейских брендов с минимальной наценкой. Здесь можно найти преимущественно зимние вещи, но про осень и весну тоже не забыли. Размерный ряд от 40 до 76. По многочисленным просьбам жителей города Мурманска мы продляем свою выставку еще на одну неделю. Сейчас акцент делается больше на зимнюю коллекцию. То есть поступил новый ассортимент. Это канадские, норвежские аляски, скандинавские и финские пуховики, облегченные итальянские и финские дубленки. Также в наличии имеются весенние и осенние модели. В ассортименте кожаные куртки, облегченные ветровки и кожаные немецкие плащи. На зимнюю коллекцию действует скидка 70%, на весну-осень 50%. Я увидела рекламу, пришла, вот подобрала себе пальто с соболем. Такое очень легкое, на пуху, мне очень нравится. Цена адекватная. Вот. Очень люблю, в принципе, европейскую моду. И сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка. Особым спросом среди мужчин пользуются пилоты из кожи буйвола. И сейчас они появились в наличии. Аляски из качественного трехслойного материала, гортекс, непромокаемые и непродуваемые. Проходила мимо, увидела девочку. Девочка пригласила померить курточки, пальто. Зашла, очень все понравилось. И продавцы такие хорошие, вежливые. Спасибо. Нордическая выставка работает до 11 сентября. У всех желающих еще есть возможность успеть приобрести любимые бренды. Двери для покупателей открыты с 10 утра до 9 вечера в торговом центре «Волна». Первый этаж – помещение слева от входа. Желаем приятных покупок.